Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Меня зовут Денис, и мы с вами находимся на агроцентре Барнаул компании Сингента. Сегодня у нас на календаре 29 июля. И сегодня я вам расскажу о системе защиты сои от сорной растительности. Позади меня высеян сорт сои Тимелион. Норма высева 130 кг, либо 550 тысяч штук на гектар. За моей спиной вы можете увидеть 6-метровую полоску без гербицидной обработки. Никаких обработок не проводилось для сохранения фона засорения. Присутствует весь набор сорняков, типичный для данного района. Здесь у нас представлен вариант с гербицидными обработками в фазу первого троечного листа препаратом Flex в дозировке 1,2 литра на гектар плюс Фюзелат Форте 1,3 литра на гектар, а также в фазу появления третьего троечного листа препаратом Эвентус в дозировке 1,2 литра на гектар. На втором варианте присутствуют единичные сорные растения, но в целом посевы стоят чистые. На этом варианте мы обработали посевы сои препаратом Витблок Плюс в фазу 1-2 троечного листа в дозировке 1,4 литра на гектар. Также мы здесь обработали Вентусом в дозировке 1,4 литра на гектар по мере отрастания сорняков. На третьем варианте присутствуют единичные сорные растения. Относительно контроля посевы находятся в чистом состоянии. Узнать больше о наших демонстрационных опытах вы можете на сайте компании Сингента. Там же вы можете записаться на посещение наших площадки. У меня на этом все. До новых встреч на агроцентре Барнаул.